Здрасте, данное видео посвящается прежде всего товарищу моему Владиславу из города Одессы. Значит, Владислав, вот бритву вашу я встретил, вот я ее только встретил, только распечатал, ничего с ней не делал. Кстати, очень интересная рукоять, хотелось бы узнать, из какой древесины сделана. Потому что по запаху, вот под этими всеми слоями каких-то масел ощущается какой-то очень приятный аромат. Я его поначалу было определил как сандаловое дерево, но я надеюсь, вы мне сориентируете более точно. Итак, вот бритва пришла, с ней ничего не делал. Как бы волос для проверки стандартный детский, которым я проверяю все бритвы. Вот смотрите внимательно. Повторюсь, я ничего не делал с бритвой. Ну, как бы смысла мне обманывать нет, вы все меня знаете прекрасно. Так, вот в одну сторону. Это я пока ничего не делал с бритвой. Вот во вторую сторону. Значит, сейчас я для порядка дерну ее на ремне. Я думаю, 30 проходов с головы нам хватит. Обратите внимание на скорость. По звуку, по крайней мере. Вот это стандартная скорость моей отправки бритв. Не быстрее. Вот мы 30 проходиков сделали. Если бы я еще видел, что я тут режу, вообще было бы отлично. Так, вот тут сюда подхватил. Да где это? Увидеть бы хоть что-нибудь. Ну, даже не знаю. Ну, так что совсем для порядка. Я, конечно, могу еще, уж коль бритва ко мне пришла, там пару проходов я на 12 тысячах сделаю. Вот. Ну, а так вообще, как бы, бритва абсолютно рабочая. Поэтому я спешу вас успокоить, дорогой друг. С бритвой все в порядке. В понедельник отправиться домой. Ну, а я думаю, можем мы ее запросто, если вы, конечно, не будете против, ее и в деле сегодня проверить, дабы себя в какой-то степени развлечь. Ну, в общем-то, что, друзья? Прекрасно, что новые наряды для бритв готовятся. И бритвы вроде в нормальном состоянии. Поэтому я искренне рад, что такая тенденция сохраняется у нас с вами. Все, спасибо за внимание. Увидимся в вечерней сессии. Пока.